Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, начнем с ежедневных заданий. Так, 20 единиц урона нанести колпаком, также травяным кулаком, и разыграйте 3 бесед. Мне в комментариях написали: Рэй, а не пора ли тебе поиграть в командные бои, то есть против реальных игроков, иначе тебе это надоест. Я не стал ничего отвечать на комментарии, просто послал сердечко, но отвечу сейчас. Я в эту игру уже играю, наверное, год-полтора, наверное, да? Пока не надоело. У меня, если ты хочешь знать, еще до сих пор не пройдены геройские задания, а ты мне втираешь какую-то дичь. Так что, друзья мои, не обращайте ни на кого внимания, играем в свое удовольствие. Если ты заметил, что я уже на 37 ранге, буквально за один день, я бы даже сказал бы за 6 часов, благодаря Розе, я рванул на 37-й, с 30-го на 37-й ранг. Ладно, ребята, это так, хвастанул. Головная вечеринка меня не интересует. Меня интересует, ребята, как мы сейчас будем с тобой наносить 20 единиц урона. Кстати, у меня язык заплетается, ребят, потому что я маленечко принял, чуть-чуть, капельку, до коньяка еще не добрался. Но это не для детей. Это не алкострим, это алковыпуск. Ну что, давай посмотрим. Посмотрим, что у нас тут. Слушай, ну неплохой вариант, кстати. А давай попробуем. Давай попробуем. Вот такой вот командочка. Мне, в принципе, она как бы... Тут, знаешь, тут идет и грипп у нас, идет и бобы. Слушай, ну должно, наверное, зайти, я думаю. Давай рискнем. Давай-ка мы с тобой попробуем рискнуть. А вот чего и выгорит у нас. На воду. Ну давай сюда поставим. У него есть заклинание или нет? Призывать 250. Если нет, то у него может быть... парниша! Слушай, а кто там у него может быть? Я надеюсь, не с прочерком, нет? Ребят, я вот сколько раз играю, я замечаю одну и ту же тенденцию. Просто одну и ту же тенденцию. Так, посмотрим. У меня есть вариантик 1-1. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Ковбойша. Ковбойша, ребята, у него. Ладно. Ох, ёк-макарёк, друзья мои. Что-то у нас наклевывается по ходу дела. Либо наклевывается, либо не наклевывается. Я могу ее сдуть, но мне неохота, чтобы она потом опять вышла здесь. Угу. У него же может быть, ребята, что? Кровожадность у него может быть. Нет, у него немножко другое. У него немножко другой подход здесь. Да, будет лупить. Ну что же мы сделаем? А мы сделаем, наверное, следующее. Мы вот эту вот сдуем дуру, да? Сейчас посмотрим, что он поставит. Танцор.
Танцор диско. А блин, нужно же его опять поставить, так ведь? Давай так сделаем. Блин, у него еще блок сработал. А, нет, не сработал. Блин, а как мне реализовать вот этот гриб? Скажи-ка мне на милость. Он ковбой что-то понятно поставит. Но это мы сдуем дуру, наверное. Так, раз, два. Раз, два. Дело в том, что у него сработает, ребята, блок. А-а-а! Так, ковбойша плюс это должен сработать блок, друзья. По идее, должен сработать блок. Вот от этого. И тогда мы ему разносим лицо. Да. Блин, а есть ли смысл его сюда ставить? Ну давай поставим фиг с ним. Бамс, ставит блок. Ну что он там? Может двух этих дурочков вызвать себе на помощь. Или кровожадность поставить. Тут одно из двух. Да ладно! А, ну тогда все, хана ему, ребят. Шига-дрига. У меня, наверное, харик красная вся, да? Ребят, не обращайте внимания. Это горючка сказывается. Повышение давления там подобное. Сам понимаешь. Мне чай не 20 лет. Кто-то спрашивал, кстати, сколько тебе лет? 20, 36, что-то там только не говорили. Нет, ребята, мне 45. Шучу. 43. 43 года. Скоро пенсия уже, да? 45. 45 на пенсию. Так что нормально все. Что я сейчас сделал? Ребята, нам же надо было... Какого лешего ты творишь? Что ты чудишь? Нам же нужно... Ай, это, ребята, все... Это все Синька. Синька зло. Пипец. Пипец. Интересно, давнет или нет? Давай на воду поставим лучше, на всякий случай. Посмотрим. Я радуюсь-то? Чему я радуюсь? А еще вытворяет. Сдуем его к чертовой бабушке, да? И вот так поставим. Неприятно. Я понимаю, ребята, неприятно. А что поделать? Кому приятно сейчас? Он опять за свое. Он собирается их замораживать или что? Или что он будет делать? Перемещает, господи ты. Давай, перемещай. Так. Так. Ой, ребятушки, сейчас будет хорошо-то как. А в плане что хорошо? Я сейчас выставляю вот этого парня. Вообще шикарно. Смотри, что мы сейчас сделаем. Мы можем с тобой превратить их вот так вот. Просто одним росчерком. И вот теперь пускай сидит и думает, что ему сделать. Понимаешь? Вот я бы здесь бы просто растерялся. Когда у тебя три энергии, заморозка на земле. Но тут-то девятка выходит, понимаешь? По краям 9 в лицо. Фу, мало не покажется. А, ну, тогда ладно еще. Хорошо, поживешь чуть-чуть. Почему, ребята, чуть-чуть? Сейчас объясню. Мы этого не сносим. Смотри, у меня есть вот этот парень, да?
И вот этот парень. Ты чувствуешь по 5 энергии, к чему это ведет все? Нет? Ну, я тебе сейчас покажу на практике. Мы выставляем вот этого парня сюда. И выставляем вот этого парня сюда. Все, 2 в лицо, ему летит гарантированно, ты понимаешь? Все. Тут гриб, ребята, грибочек вот этот вот, наш ночной колпачок, он именно на бусте работает. Он просто как турбогенератор. Просто разгоняется с нуля. Просто навтыкивает. Это пока у тебя там 6 энергии до зомби-хиллера дойдет, ты уже отдуплишься. На каком ходу мы здесь выиграли? На 5-м? Вот об этом и речь. Ладно, колпачок есть колпачок, тут не поспоришь с ним. Так, ну нам вот травяной кулак, ну, если честно сказать, ребят, за травяного кулака 50-50. У меня, в принципе, ну, как карта зайдет? Как зайдет карта? Если карта зайдет хорошо, то враг просто обделается. Если карта зайдет плохо, то обделаюсь я. Так что, давай посмотрим вначале вот эту колоду, номер 2, а следом за ней пойдет колода, которая там лежит в запасе. Я не планировал сегодня, ребята, ничего употреблять. Но жизнь такая. Заставляет периодически расслабиться, иначе просто... просто как, знаешь, как комок вот нервов. Здесь вот есть один большой негатив, ребята. Во-первых, он может вызвать двух своих балбесов. Ты понимаешь, что колпак у меня... Ой, колпак. Что Бонг Чой у меня не имеет... возможности хила. Понимаешь, да, чем я? Как плохо. Как, ребята, плохо. Ладно, пускай бомбит. Кого он там выкинет? Куда? Главное, не на воду. Вот, хмырь болотный. Хмырь болотный обрадовался такому роскошному этому. А я сделаю вот так. Вот здесь, конечно, плохо, что он сейчас еще одного выкинет. Только не на воду, пожалуйста. Да ядрен, матрен, ну... Зачем ты его на воду скинул, а? Нам придется вот этого пирата, ребята, с вами уничтожать. Или как мы сделаем? Ну, давай я так сделаю. Дурацкая, да? По-дурацки как сделал. Я так и думал, что по-дурацки сделал. Ладно, шут с тобой. Так, ну это, по идее, в блок должно бомбить. Да в плане блок-то не сработал. Да-да-да-да-да-да-да. Ага. Так, смотри. Ну, он хочет добор это сделать, да? Добор я ему не дам, ребят. Это однозначно. Да почему по земле-то? Ну дай ты мне, блин, по земле 2 единицы урона. Блин, ну все, ребят, тут размозжат он, скорее всего. Ну ладно, доборов, пока доборов не будет. Ну вот с этим-то что хламонами делать, скажи мне, милость. Когда у тебя 3 хп, блин. Ну не 3 хп, чуть больше теперь стало. И что делать? 6, 3 и 3. Ведь размажет же, а, ребят. Чует мое нутро, меня тут размажет он. Даже если я 2 единицы урона потрачу, ну... Эта роль не сыграет.
эта роль не сыграет, ребят. На воде хмырь болотный все равно остался. Кью врубить. Ну давай врублю кью. Ну мне кажется, тут прочерк какой-нибудь будет, наверное, стоять. Но это не факт. А, рикошет. Все, все, ребят, 5 и 3, 8. Ну, парнишка, ну ты просто, просто сгоряча вообще все это сделал. О! Смотри, кто, ты посмотри, кто ему выпал. Даже если бы, ребята, при хорошем результате бы у нас бы шла бы финальная битва. Почему вызвал именно вот этого говнюка, который запрещает на хил идти? А? Почему? Правильно. Потому что у меня хил был, блин. И он выдает ему хила, блин. Вот такой вот. Блин, бессмертие. Бессмертие бесявое, блин. Раздражает она меня. Я розы-то... Ребят, для розы есть один самый страшный противник. И это бессмертие. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Но вот так оно и есть. Именно бессмертие просто вымораживает. Заклинашками своими, ну и вообще прочим, прочим, прочим. Шаманит. Короче, по-моему, проиграл. Хотя не факт. Потому что я... сдалась. Бессмертие сдалось. Сколько я себе, ребята, помню, еще ни разу у меня бессмертие не сдавалось. Ни разу такого не было. Но тут она сдалась. Снимаю шляпу, сударь. Снимаю шляпу. Либо у него с картами беда была. Скорее всего, вероятнее даже всего, что у него была с картами беда. Потому что иначе... Он бы меня разнес бы. Ну давай так оставим. Этот бесевый фрукт со своей капелькой всю малину мне испортит. Ну, я, ты понял, да, про какую капельку? Которая уничтожает поврежденные растения. Ну, не считая того, которое имеет встроенную магическую защиту, конечно же. Поэтому начинаем, естественно, с наших горошин. Заодно посмотрим, будет ли он применять свое заклинание. А, оно у него должно быть. Да, он тратит. Он тратит, ребят. Ну что же. Я ничего пока поставить не могу. Тупо пропускаем ход. Заодно глянем, кто у него тут. Ну, вон кто. Хмырь болотный. Сюда очень даже неплохо пойдет у нас. Хотя, знаешь, сейчас посмотрим, что он будет дальше делать. Есть у меня одна задумка. Ну, я не знаю, получится ли она. Заклинашки у нее нету. Нету. У меня-то пока осталась бонусная атака. Давай так поставлю. Кстати, плохая карта выпала нам. Такой чудило.
Господи, ладно, давай проучим его. Друзья мои, просто шикардос. Просто шикардос. Два хила по 4. Ты чуешь, чем это пахнет? Два хила по 4. Ох. Я, ребят, сейчас чувствую себя просто великолепно. Пока это тратить не будем. Ты посмотри, что я сейчас буду вытворять. Ты просто полюбуйся. Я поставлю... Ох, я сейчас... О, ты просто не представляешь, ребят. Так, ну... Не забываем, что у него есть одна пакость. Великая. Поехали. Просто хочу посмотреть, как он будет выпутываться. Его не убьет? Ну, в этом случае, да. Но это ерунда все равно, ребят. Смотри, сейчас есть 2 единицы урона. Ох, я сейчас ему разворочу гнездо тут все. Что-то не могу понять, а что мне не срабатывает блок-то? В чем проблема-то? Что-то я не вдуплил. А в чем блок-то не срабатывает? Почему блок-то не сработал? Никак не могу понять. Шаман. Он шаманство применяет. Ну давай мне карту сюда. Отлично, спасибо. Офигенная карта на самом деле. Так, это тоже хан-кабздарики. Я не пойму, почему блок, ребят, не срабатывает. Че с игрой-то? Че случилось-то? Че блок-то не... Так, ладно, сейчас... Обжорка вышел. Ну и в заморозку, да, наверное, через 5. И плюс... А чё плюс-то? Подожди, как лучше сделать-то нам? Давай подумаем. Мы можем колдануть 6. Тогда нам нужно 4. Мы этого снесем, да? Ну давай сделаем так, 4. И что? Вот так вот сделаем, наверное. И вот так. Да и бог с ним. Посмотрим сейчас. Хорошо, нанес ты. Ну неужели? Хлоп. Давай там появляется. Блин, я попутал, ребят, не с тем зомби. Ладно, фиг с ним. Неужели он хочет... Да быть такого не может. Кровавую ночь, что ли, хочет применить? Или что, я не знаю. О-о-о-о! Слушай-ка! Шикарный расклад получается, ребят, у нас тут. Просто шикарный. Такому раскладу даже позавидуешь. Так, начинается, короче. Да, допустим. Так, и всего лишь остается у него 5 хп.
Ребят, вот кто по нему плачет. Горькими слезами по нему плачет мой орешек. Все, он думает, что он прикрылся? Нет, парень. Не прикрылся. Не прикрылся ты! Сальце ты заразительное. Кусок ты сала недомытого. Разнес я тебя в пух и прах. Вот и все. Ребятушки, ну что, 20 единиц урона надо разнести. Теперь разыграйте 3 бесенка. 3 бесенка у нас разыгрываются элементарно. Берем с тобой вот этого парня, который называется Бесячество. И за счет него, ну не этой колодой, черт подери, какая колода? Блин, у него столько колод. И не это. Надо удалять лишнее. Вот. Вот она, по-моему. 50-50, ребят. 50-50 это означает, что 50 на 50. Работает с процентом 50 на 50. То есть 50% выигрыша, 50% не выигрыша. Средний стандарт, я тебе так скажу. Вот, поэтому давай смотреть, как этот средний стандарт будет работать в нынешней ситуации. Гладиатор 88 против меня. Роза, ребята. Коварный противник. Ох, какой коварный противник. Я за Розу, когда играл, да я вообще рулил. Я был топчиком. А знаешь почему? Потому что у Розы очень хорошие карты. Я потом тебе попробую продемонстрировать, если не забуду, что представляет из себя вообще Роза, которая у меня именно. Это Роза на хилах. И Роза, она идет у меня полухиллер, полудамагер. Там что такое не идет? Там что? А, там идет. Да дофига, что там идет на самом деле. Он не переживает, потому что у него хилы. Ребят, он вообще не переживает по этому поводу, видишь? Зачем ему нервничать? Он и не нервничает. Он желает себе 7 энергии, поверь мне. Как можно быстрее. Угу, молоточек нашел. Сейчас посмотрим, что, ребята, у него насчет могил. Есть ли могилоеды или откидывающие могилы есть? Проверим. Откидывающих могил есть. Отлично. Едем дальше. Давай смотреть дальше. По-прежнему, ребята, откидывающих могил. Одну карту, что ли, себе взял? Нет, ребят, вторая карта. Максимум, насколько я помню, ребят, 4 карты можно взять. Восстанавливайся здоровье. То есть, уже понимает, что пахнет кислым. Давай, поехали. Так вот сделаем. Делаем так. И вот так. Ему придется, ребят, тратить заклинание какое-нибудь. Придется просто-напросто. Вот тут какое. Угу. Поставил Джека. Ага. И все? Ой, блин, Рэй, тупой ты, Валик, ты что сделал? Блин, надо было вот этого замораживать. Ой, дуст, друзья мои. Вот это я сейчас такого дуста прогнал. О котором вы и не знали. Господи ты, боже мой. Ох.
тупанул. Ну этого заморозим, понятное дело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребят, ну как же так-то, а? Просто жесть какая-то. Просто какая-то жесть. Я не ожидал, конечно. Такую глупость сморозить. Это, конечно, сверх меня, ребят. Да. Хорошо, помидорки. Отхиливается. Ну, понятное дело, ребят, почему отхиливается. Мы сейчас с тобой то же самое пройдем, только без ущерба и... нормально. Я все равно заставлю его, ребята. Поменять карты. Да, наверное, все пока. Да как так-то? Ну как в блок-то? Ну... Естественно, ребят. Естественно, кто? Лишь бы хороший какой-нибудь выпал. Ну, спортсмен тоже пойдет. Твою налево, а. Нормально, в принципе, карта выпала. Дождался, да? Ребята, дождался он своего момента. Но я тебе скажу, что не очень хороший момент на самом-то деле. Кого спрятать-то? Наверное, вот этого. Да, поехали. Зря я поставил, ребята, бочку сюда. Хотя, ну сейчас посмотрим. Так, уничтожает зомби, здесь понятно. Так, 4, 5. Да, ты остался у меня без заклинания, я уже это понял. Фига себе. Погнали. Так. Да. Прекрасно. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо, что вот этот молодчик у нас выпал. Как его звать-то? Это этот же. Блин, вот тут плохо. И это плохо. Наверное. Твою
налево. Ну какого лешего ты все время в эту фигню бим? Так, ребят, я буду дико удивлен, если у него... если у него будет еще один рикошет над гроби. Само собой выкидываем вот этого парня. Само собой. Это меня мало пугает. Меня это вообще не интересует. Так, у меня 5 энергии, да? Выкидываем вот этого хламона. 4 плюс 2 в лицо. Пока не будем больше ничего делать. Итого 1 хп. Итого 1 хп, друзья. Погнали. Хоба. Хоба. Посмотрим. Опа-на. Опа-на. Тин-тирин-тири-тин-тин-тин-тирин-тин-тин. Поехали. Бесявый смурфик, ребят. Прекрасно. Жаба уничтожен, можешь не волноваться. Это тоже как бы меня не интересует. В козла превращает. Сколько у него там карт? 4, да? Так, ребята, здесь... где бы прочерк-то поставить лучше? Я думаю, наверное... а вот тут прочерк. И? Что, у него заморозка должна быть? Ты прикинь? Да, ты видео. И что прикажешь делать? Вот. Вот так только, ребят, поставить могу. Да ну нафиг. Да ну хорош. Вот за счет этого растения, ребят. Мне хана. Я пытался, ребят, до последнего пытался бороться. Не получилось у меня, к сожалению. Пробить вшивых 6 единиц урона этому говнарю, блин. Это говёной розе. Теперь, ребят, смотрите, что я вам продемонстрирую, как я играю за розу. Возможно, еще не совсем трезвый ум сказывается на этом всем деле. Я сейчас посмотрю, какая это колода. По-моему, это моя та самая родная, любимая колода, за которую я рулил до поры до времени. Сейчас проверим.
Нифига у меня поглощение бутылочек идет. Просто со скоростью света, ребят. Просто со скоростью света. Я еще две пачки креветок слопал. Пачку индейки. Это мясо вяленое, знаешь, индейки. Две пачки. Как они называются? Мидии. Короче, нормально сегодня так. Пригубил. Ну что, поехали. И мне, кстати, выпадает бессмертие. Блин, это самый злейший мой враг, ребят. Именно вот у Розы бессмертие и замех еще. Сдуйся отсюда, парень. Ну, короче, опять же, у него все, ребят, идет на заклинаниях. Видел, что он хмырячий только что достал? Подонка этого несчастного. Это говорит только о том, что он собирается на заклинашках работать. Замех то же самое. Не замех, а этот ржавый разряд. Тоже тот еще вшивый. Вшивый дилетант, блин. Че вот я сейчас поставлю? Ну вот это вот поставлю я сейчас. И что? Давай вот так вот сделаем. Кириллов, привет. Привет, Кириллов. Блин, он дал две энергии. Ну, ну и че? Пускай думает. И он надумал, да? Ну что-то он надумал. 6 энергии у него. Он может заклинание. Какое заклинание он может применить? Заметить ландшафт. Вытянуть две карты. В общем, все, как я и говорил, ребят. Очко у него бомбит. Причем не по-детски. Что-то хочет сделать. И это явно. Вон у него шаман. Шаманит. Он решил наказать, окей. Этот гад карту вытянет сейчас. Но я не мог его прокачать больше, ребята, потому что у меня не было потрачено достаточное количество хп. Конечно, я бы так бы применил бы. А в данном случае вообще не получается никак. И вот надо вот сейчас вот, надо выдерживать, ребята, паузу. Паузу выдерживать надо. Знаешь, что такое слово пауза? Ну вот. Смотри и наслаждайся. Как вариантик пойдет. Две энергии у него. Понятно. Но это дошаманится, ребят. Это тебе не поможет. Ну, как поможет ему только... Блок, дай мне, пожалуйста, блок! Спасибо. Куда ты, блин, мне? Едем дальше. Ну, этого, понятное дело, заморозим. Это... Он может уничтожить вот этого или вот этого. Ну, зависит от того, какое заклинание. Ну да. Да
Нафиг летит! Нет, твою нафиг не всралась, блин. Пиликает он мне, блин. Твою, блин. Да просто бесит, ребят. Уже серьезно говорю, уже просто раздражает меня. Пиликает он, блин. Распиликался, блин. Пшивый. Ну и чё? И чё, блин? У него 8 энергии, блин, заклинаний до жопы, понимаешь? Вот вирус. Вирус, ребята. Ну чё ещё ты там придумаешь, блин? Жопа вонючая. Две карты набор, плюс еще набор карт. Нафиг мне две надгроби, два надгроби-то выпало. Давай что-нибудь на... Здравствуйте, даже блок не сработал. Я тебя сейчас устрою, блин. Угу. Довольный такой. Давай думать. Ты тупая, ты... Я постоянно забываю, что это говно, блин. Телепортируется. Ну, переходит, блин. Я... Ай, твою налево, ребят. Да я тут проиграл. Слушай, все, ребят. Тут, блин, как пить дать. Я понимаю, что есть хил, но он мне уже тут не поможет. И этот парень мне уже, по ходу дела, тоже не поможет. Слишком далеко игра зашла, ребят. Слишком далеко. Слишком далеко зашла игра, ребят. Это единственное, что мне оставалось сделать. Посмотрим сейчас, кто вылетит тут. О! Скажи ко мне на милость, парень. Я к тебе, да, да, Роза, я к тебе, блин, обращаюсь. Где твою мать? Кабачок, блин, который у тебя должен быть. Где он? Скажи ко мне на милость. Где твою налево этот кабачок, блин, вшивый? Я его не вижу. Не вижу я этого кабачка, ребята. Не вижу я этого, блядь, кабачка, блин, ты понимаешь? Его нету. Его нету, ребята, этого кабачка, блин, понимаешь? Вшивое, блин, бессмертие. Как ты меня бесишь, блин. Я надеюсь, вы понимаете, о каком кабачке я вообще хотя бы говорю, блин. Ребят, понимаете? О каком кабачке я говорю? Я же не просто так говорю вам. О каком-то там... Я офигею, блин, зато... Зато три замораживающих... Все, ребят, я умываю руки. Я умываю руки перед вот этим вот дебилизмом. 2 хп.
Молодцы. Красавцы. Чудотворцы, твою налево, блин. Если две единицы, все, ребят, сдаемся. Хоть и можно здесь, конечно. Не, это бесполезно. Ребят, я сдаюсь действительно уже в критичной ситуации. Но не как некоторые, блин, когда у него половина хп и он сдается. Это не дело. Смотри внимательно, о каком кабачке я говорил. Вот, вот. Два кабачка вот этих вот. Долбаных два кабачка. Блин, ни один не выпал за всю игру. Ни один. Даже эта птичка вшивая не выпала мне, понимаешь? Так, я сейчас посмотрю, что я могу, ребят, из коллекции сделать. Если я вообще что-то могу сделать. Так. Как ты мне дорог, а? Во-первых, надо посмотреть по разбору. Че ты тупишь, Рейд? Хорошую. Так, ладно, кто-то вызвал мне. Давай. Мне бросили вызов. Я не удивлюсь, если это Кирилл. Ребята, это Кириллов. Хорошо, давай. Он играет на бессмертии. Ой, фу. Сори, сори, какая бессмертие? Это у нас. Он уничтожит его, понятно, с помощью заклинухи. Ой. Повезло, да? Хорошо. Так, ну да. Ну а дальше? Мне дальше, чтобы он нанес мне урон. Так, Маран ПВЗ, удачной игры. Спасибо тебе, Маран. О-о-о, у него даже ландшафт есть, Кирилл. Ты меня радуешь. В кавычках. Я пока ничего не буду ставить, ребят. Ну нет смысла мне сейчас ничего ставить, потому что урон не нанес, прокачка, все. Единственное, что вот на следующем ходу я попробую поставить нашу птичку певчую на воду. У него может быть фортепиано. Капелька, что ли? Хорошо. Так, ребят, ну что, заклинашку он потратил, да? Это он потратил. Я жду. Просто жду. Я жду вот этого парня. Я жду вот этого парня. Ну, а дальше посмотрим, как игра сложится для него. Для меня-то я знаю, как сложится, а вот для него как. Если он рассчитывается на кровавую луну, я сразу тебе скажу, что кровавая луна так вот. Не будет кровавой луны у тебя. И твой вот этот вот не поможет тебе. Проверка. А, у него нифига, у него ландшафтов там. Ландшафтов-то он сколько там набрал, а? А в лицо пятерочка все равно получишь. А я его еще хинуть могу, не забывай. О, все. Все, друзья мои. Пацан приплыл. Так, подожди. Пацан при... Блин. Ладно. Ты понимаешь, просто приплыл парень. И это не поможет. Ландшафты не спасут. Ландшафт и не спасут. Смотри внимательно. Сейчас мы вот этого парня выставляем с тобой на воду. Он получает еще немеренного урона. Плюс я поставлю. А зачем мне ставить его? Мне его ставить не надо. 6,4, это еще десятка. У него остается 5 хп, ребят. Делай вывод отсюда. А мне выпал огурец.
Смотри, он ничего вообще сделать не сможет. И мы его разносим. Ну как тебе, Кириллов? Я думаю, ты доволен. Да, твоя луна не сработала, к сожалению. Так, друзья, чё мы там... Это... Чё я хотели-то? Мы же девки-то все выполнили, да? Как это, да? Помнишь это? Пьет коктейль. Хуета. Ай, блин, зараза ты вообще. Я, кстати, хотел посмотреть по... У нас 580 самоцветов. Вообще, сколько у нас с тобой в данный момент имеется... Выложи, пожалуйста, это видео. Оно вроде бы как записывается, ребят. Бывает, когда... Кстати, 3830 у нас. Мы можем с тобой... Мы можем с тобой купить легендарную карту, но при условии то, что... Что я кого-то покрошу. Я, например, покрошу вот этого. Можно же его уничтожить? Ну, главное, чтобы он стоил не дешево. Сколько? Подожди, сколько ты стоишь? Покажи мне свою стоимость. 50. Мало. А орешек сколько стоит? Не, ну орех этот крутой на самом деле, ребят. Очень крутой орех, если ты до 9 энергии. Я один имею право себе уничтожить. Друзья мои, и хочу взять... Ты не поверишь. Бессмертие, ты где? Ой, бессмертие. Где мои растения, родные? Да я поросоты растения, говорю, где? Роза. Так, вам бросили вызов. Опять мне кто-то бросает вызов. Опять Кириллов, наверное, да, ребят? Он не угомонится. Нет, не Кириллов, 19 ранг. Это Марон. Ребятушки, это вызов Марона. Давай. Я сегодня, ребят, в хорошем настроении духа, поэтому могу себе позволить немножко поиграть. Как это называется? В ПВП. Кончилось! Кончилось, друзья мои. А знаете почему? Потому что надо дуть. Ну, я имею в виду. Надо бежать за следующим пузырьком. Ой, хорошая карта выпала. Ай, ай-яй-яй-яй-яй, какой же ты гаденыш. Тебе все-таки был паршивец какой-то, да, на примете. А у меня нет ничего на примете. Просто, ребят, нет на примете ничего. Этого наказать я смогу. Это будет явный, да? Давай так сделаем. Эй, Рэй, ну... Блин, голова... Чем занята у тебя голова, Рэй? Блин, ты достал, ты что сделаешь? У нее же заклинатель стоит. Твою задницу. Вот так вот ставь. Что сделает? Бонус на атаку? Не, ну бонус на атаку ему не прокатит здесь. Ядрить твою на корень. А, он неуязвимку ставит на время. Ну ладно. Так, два бесенка. Вы выползайте. А, какие два бесенка? Он же не уничтожил вас. Ой. 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 Друзья мои, ой, вот это я обделался, блин. Так, ну я рассчитываю только на одно. Да, блин, а нужно ли мне? Ну ладно, фиксик, пускай будет. Блин, ну блок сработает, блок-то. Сработал. Только смысл, блин, от этого блока. Твои налево, блин.
Эй, вшивик ты, вшивик. Вшивик ты. Несчастный. О, приплыли, блин. Приплыли, друзья мои. Ну, тут разнос. Тут разнос безоговорочный. Да. Ну что, ну что? Давай, Марун, еще раз кидай. Я приму твой вызов. Ну что это, блин? Почему я взял... Не могу понять, почему у меня вышел бесенок? Почему вышел бесенок? Не... Ой, под... Я хотел за пивом сгонять. Ребят, все, сейчас игра не пойдет. Сегодня хочу, кстати... Да не за что, Марон, спасибо. Очень хорошая игра, кстати, очень классно тебе повезло. Тебе фартануло, в отличие от меня. Это правда. Тут даже... Тут даже... Что-то там придумывать, сопротивляться, ну просто бесполезно. Вот. Да, конечно. Гуляй-ка, Петруча, куда-нибудь в другом месте. Я знаю, что он сейчас хочет сделать. Он хочет поставить, ребят, пирата. Да-да, того самого вшивого пирата, который будет ему добавлять картишки. Я постараюсь как-то этому сопротивляться. Ну как? Ну давай так попробуем. Вот так вот сделаем. Ну, добор, да, добор висят. Я не спорю, ребят. Так, классное, конечно, дело. Блин, он же сейчас... А может быть клюнет? Тут, видишь, 50-50. Либо на воду упадет. Сейчас посмотрим, привет. Но я все равно заберу награду. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Шикарно. Ну, плюс еще энергию не забывай зарабатываю. Ой, 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 друзья мои, что сейчас будет? Смотри, 2 и 3, 5 и 1, 6. Это дорогого стоит. Не-не-не-не, парень, даже об этом и не мечтай. Мы тебя превратим в какой-нибудь овощ. Плохой овощ. Далее. Так, одну единицу урона я как-нибудь уж вытерплю, да? Я думаю, что мы сделаем с тобой, наверное, вот так. Блин, у него, наверное, кровожадность будет. Чё ты, блин? Твою ди... Хотя, давай так сделаем. Кровожадность сейчас спасет. Нет! Нету никакой кровожадности. У-ху-ху-ху. Фака! Щит. На, я карту все равно заберу. Даже еще хорошую карту забрал. Так, 6. Хиловка выпала мне. Нет, 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 нет. Не. Пацан, даже на это не рассчитывай. Даже на это не рассчитывай, пожалуйста. Я вот тебе серьезно говорю. Три энергии. Но он может как... А, во. О, он тратит ракету, ребят. Смотри, шесть. Если мы сейчас с тобой... Плохо. Да-да-да-да-да. Только вот в этом случае плохо, ребят. Но это последнее его заклинание, которое он... Нет, не последнее, вру. Вру. Я заберу свои слова обратно, ребята. Такой деловой. Ты посмотри на него. Ну, во-первых, вот этого расколбашиваю.
А бонус на атаке у тебя не будет, парень. Ну это в любом случае 2 и 3. И... Ну я так вот, вот так вот поставим с тобой. Что он может сделать? Ну бонус на атаку он может применить. Ну да, переместить. Но он не думает о том, что мы... Хорошо. Он бомбит сюда, да? Ой, дурак. Так, два. Ну, здесь заморозим. Ну, эти получат карты. Понятное дело, ребят. Ты понимаешь, они получат карты, но они получат сейчас такие звездюлей, о которых они даже не мечтают. Смотри, я сейчас тебе продемонстрирую, что сейчас в данный момент будет происходить. Он еще пока этого не понимает. И... Ну, я понимаю, почему он не понимает этого. Смотри, мы с тобой бомбим сюда, да? Раз. На воду ставим вот этого чудика. Сюда я ставлю вот этого. И если у тебя нет сейчас какой-либо заклинахи, ну, карты ты берешь. Но это я сомневаюсь, что заклинашки возьмешь. Хотя, может быть, и заклинание возьмет. Ну ладно, хорошо, меняешь надгробие. И все? И все? Если сейчас это все, тебе хана просто, парень. Перемещает. Тогда тебе... А вот это, кстати, самый наиглупейший ход, который он сейчас сделал, ребят. Переместив его сюда, а не вот сюда. Смотри, почему. Да уже поздняк. Нет, нет, ребят, вам это не поможет. Вам это вообще никак не поможет. Может быть, конечно, зря я сюда поставил, конечно, я не спорю, ребят. Вот сюда, можно было бы сюда его влепить. Потому что 4 в лицо, и мы бы его раскромсали. Понятно, да? Понимаешь, о чем я говорю? Потому что тут уничтожится, там уничтожится. Вот, смотри. Сохраняем карту. У него 3 карты, у меня 4. У него 4, у меня 5. Смотри внимательно. У меня 1 с хп. Все. Давай подумаем хорошо. У нас есть хил, у нас есть роза. У нас есть... Вот такая штука. Нам этого гаденыша нужно, естественно, убрать. Блин, я не могу пока. Тогда сделаем так. И вот так. Понимаешь, да? О чем я диктую. Дальше мы с тобой убираем вот этого. Превращаем в обычного вшивого козла. Дальше мы хиляемся. Просто хиляемся сами по себе. И нам выдается еще. И вот сюда ставим его. Смотрим, кто здесь. Ну и все, ребят. Если сейчас у него нет никакой карты, которую может поставить сюда, ему хана. Все, его просто уничтожается в хлам. Просто пух. И все. А перемещения, я так понимаю, у него нету. Он потратил их в самом начале. Это его проблема, ребят, потому что мне глубоко насрать на это все. Мне нужно нанести ему 2 вшивых единиц урона. 2! Ты понимаешь? Я буду немножко шокирован, если он все-таки что-то обнаружит у себя. В закромах там где-то. Но... Судя по тому, что он просто перетрухался. Даже если, ребята, он мне нанесет кучу урона, у меня есть карта в 10 здоровью. 10 к здоровью, ты понимаешь? Это все-таки не хухры-мухры. Хотя он бы здесь сделал бы очень даже неплохой набор. С 2 карт... Ну, обделался парень. Потому что, ну, понятное дело, что тут все уже безвыходный вариант. И это я тебе показал самый наихудший вариант расклад по моей колоде. Потому что если бы у меня выпал бы здесь браток, тот же самый патиссончик, или 2, например, вот этих вот, как они называются. Я все время... Давай посмотрим, как они называются, блин. Чертополох или как же он... Как его в народе-то звать? Питая. Ребята, это темное питая, запомнил? Это я могу его создать. Но я хочу, знаешь, кого создать на самом деле? Ты не поверишь. Вот этого парня. А может, питающийся создать? Давай я создам питаю.
Или вот этого? Нет, я все-таки питаю создам. Я хочу создать, ребят, питаю. Я хочу питаю создать. Я хочу на питаях жить. Не, ну вот этот парень тоже хорош. Очень хорош. Ну, создаем я питаю. Я хочу, чтобы у меня было 4 питаи. Чтобы я был как король питайцев. Понимаешь? Вот. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И, наверное, в ближайшее время, даже, наверное, через несколько минут, я перейду в Marvel Snap. Я знаю, что немногим нравится эта игра, ребят, но мне она заходит. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.